мамочка пришла. Мамочка. И папочка. Мамочка и папочка. Давай, покорми. Утро не пускала. Корик специально, чтобы она легла и красивенько покормила. А, ну стоя кормит, да? Так он ушел от нее, иди сюда ко мне. Нет, пусть. Они хорошо, это семейная пара. Хорошо. Хорошо выглядит семейная пара. Лаш хочет их покормить. Ну да. А он с вами проблемы. Иди. Давай. Все, стань спокойной, покорми. Дакар и Юта, их дети. Дакар. Иди, дурачина. Корми, я его подержу. Сядь. Вот она тебе дала, там ничего нету. Сигнал. Корми, деда, корми. Сел, Дакар, стой. Кормит. Дакар, иди сюда. Дакар ушел. Накормит. Мешается. Кто там заблудился? Нет, это папа. К матери. К матери. Ты нет, ты уже большой. Ты можешь просто наблюдать. Он тоже хочет присосаться. Почему бы и нет? Нет, ничего тебе не стыдно. Иди, не помогать. Он помогает мне снимать деточек. Иди ушко поправлю, уже. Юта, ну покорми уже, что ты скачешь? Коза. Может, молочка уже мало? Ну, конечно, уже. Раз в день, иди сюда, Юта. Юта! Я тебя вычесну, а то вода. Вот. Так как-то любит давить и детей. Да нет, он очень аккуратно. Я не заметила, чтобы он вообще на кого-то наступил. Юта быстрее наступит. Чем Дакар. А сын, конечно, бомба. Да, он еще молоко есть. Ой, Дакар, не порзойся. Он еще деток хочет таких же. С этими не разобрались. Дети, вон мать ваша. Вон мама, видите? Вон, они к папе. У папы тоже есть, что подергать. Не, она кормит. Дакар.